штаня, ибо перемены придут и не умедлят кребеды штаня, и для каждого ремеглания штаня будет выбор кребеды штаня пред лицем моим, как поступить и что говорить о мене штане. Вы думаете, что не близко? Нет, дети мои, близко ремеглания штаня, ибо перед всем мой придет. А ремеглания тот, кто в постоянстве искал славы моей кребеды штаня, я благословлю, я залю силу свое могущество. Ремеглания покажу разницу ремеглания дети между служащим и неслужащим. А те, которые были беспечны, ремеглания пусты при лице мое, отсеются, ремеглания будет великий урон, великий вопль. Ремеглания скажут, ребе, почему так Бог поступил с нами, а потому что не искали меня, а искали, как пожить для себя по плоти. Дети мои, еще мало и мало время дал вам, чтобы вы взыскали лица мое, чтобы раскаялись в делах своих, поступках своих, чтобы не были беспечны. И тогда благословлю и дам свою силу и свой удел, пошлю народу моему, так возвещает Дух Святой. Аллилуйя.